О том, что забор во дворе находится в аварийном состоянии, жители дома говорили давно, и вот теперь две секции аварийного сооружения демонтированы. Улица Товарная, 5. Сейчас на месте идет ликвидация мусорных завалов, которые обнаружились после сноса. Это падающие две секции вот этого забора, которые нужно было демонтировать, его в кратчайшие сроки демонтировали, убрали. Сейчас, вы видите, идет уборка территории, которая находится за этим забором, подрядная организация. Было спилено несколько деревьев аварийных на углу дома Товарной, 5. Вопросы благоустройства, которые волновали людей годами, получили решение, когда за дело взялись представители общественного совета микрорайона. Вместе с управляющим, который активно включился в работу, неравнодушные соседи многого добились. Неподалеку, в заброшенном недострое, еще недавно была грандиозная свалка. После того, как к делу подключилась общественность, территорию освободили от многолетних залежей. Вопрос был поставлен жильцами. То есть здесь организовали мусорку. Просто было завалено где-то на метр мусором полностью. Сюда приехала бригада рабочих, и они в течение 3 дней, по-моему, убрали все, отсюда вывезли. Санитарное содержание территории, озеленение, освещение, ремонт жилых зданий, дорог – все это жители микрорайона номер 6 теперь держат под контролем. Им не безразлична судьба своего двора и всего города, а значит, реформа местного самоуправления приносит результаты. Олег Зверев, Станислав Левин, «События».